Теперь во главе русской армии не искусный генерал, но опасный и ловкий царедворец. Он обладает мстительным, малоподвижным характером и в особенности хитростью. Это истинный характер татарина. Однако русские от него в восторге. Он умеет льстить целой нации и каждому отдельному лицу, от генерала до солдата. И он может подготовить под покровом уклончивой и терпеливой политики самую неумолимую войну. Старый Северный Лис не будет отступать.